поздно. Это сердце мое.
прекрасную жизнь, красиво и ушла из нее. Но играя разбила мне душу, а ведь это совсем не игрушка. Это сердце мое. Уважаемые дамы и господа, любители и поклонники творческой деятельности Народной студии эстрадной песни «Лира». Сегодня мы все вместе являемся участниками музыкального шоу «Красиво», которое вам подарят солисты студии в честь ее 20-летия. Музыкальное шоу «Красиво» — это красивые песни в исполнении красивых людей. Людей, которые любят и уважают творчество. Лира, для которых неотъемлемая часть их души. Именно об этих людях сегодня мы и будем говорить. А они, в свою очередь, будут дарить нам свои песни. Итак, мы начинаем. На сцене солистка народной студии «Лира» Олеся Веркозова. Встречайте! Спасибо.
Друзья, Олеся, останьтесь на секундочку. Олеся Вербоза, ваши громкие аплодисменты! Олеся – чуткий и понимающий участник студии, который всегда дарит зрителям улыбку, открытость души и маленькое шоу. Ваши аплодисменты! Спасибо, Олеся! Дамы и господа, что такое лира с 20-летней историей? Это огромное количество песен, исполненных на различных концертных площадках нашего города, района, области и за рубежом. Это постоянное участие в конкурсах и фестивалях. Это украшение любого концерта. Это бренд районного дома культуры, который имеет свои постоянные мероприятия. И каждый год в рамках международного фестиваля песни и музыки «Днепровские голоса в Дубровно» лировцы проводят свое яркое музыкальное шоу «Вечерина в Дубровно», которое собирает всю площадь, чтобы приятно провести один из летних вечеров. Продолжает наше шоу солистка на народной студии «Лира» Анна Сычева. Встречайте! Снова невеселой истории открылась границей. Снова проплывает по ветке незнакомые лица. Беру на память открытку поздравления с любовью. Я так скучаю, даже не скрою. Между нами снова тысячи дорог. Я не знаю, как прожить мне эту ночь. Без тебя так пусто, путь мой одинок. Снег падает на плечи. Между нами снова сотни городов. Я не верю, что мы больше не вдвоем. Я хочу тебе дарить свою любовь. Одному на целом свете. Снова одинаковых дней я листаю страницы. Больше не хотят улетать перелетные птицы. Подождаю и не знаю, что мне делать с любовью. Я так скучаю, даже не скрою. Между нами снова тысячи дорог. Я не знаю, как прожить мне эту ночь. Без тебя так пусто, путь мой одинок. Падает на плечи. Между нами снова сотни городов. Я не верю, что мы больше не вдвоем. Я хочу тебе дарить свою любовь. Одному на целом свете. Между нами снова тысячи дорог. И я не знаю, как прожить мне эту ночь. Без тебя так пусто, путь мой одинок. Снег падает на плечи. Между нами снова тысячи дорог. И я не знаю, как прожить мне эту ночь. Без тебя так пусто, путь мой одинок. Снег падает на плечи. Между нами снова сотни городов. И я не верю, что мы больше не вдвоем. И я хочу тебе дарить свою любовь. Одному на целом свете. Я хочу тебе дарить свою любовь. Одному на целом свете. Анна Сычева, аплодисменты. Анна, ну не уходите, Саша, вам аплодирую. Громкие аплодисменты. Анна Сычева, прекрасный, но очень строгий и требовательный к себе вокалист. Но именно благодаря этому Анна всегда достойно представляет студию «Лира» в своем вокальном исполнительском мастерстве. Спасибо вам за это. Огромные аплодисменты.
сегодня мы говорим не только о действующих участниках студии. Я думаю, будет уместно сказать о том, с чего все начиналось. Далекий 99-й год. Обычная студия в районном доме культуры объединила людей, желающих раскрыться и петь песни. Петь для людей. Все это начиналось под руководством Якова Посудневского. Требовательного, тактичного музыкального человека, который из любого мог сделать звезду. И звезды действительно были. Мало того, одна звезда из первого состава студии «Лира» сияет до сих пор. Не просто сияет, а продолжает дело своих учителей. На сцене новый руководитель народной студии эстрадной песни «Лира» Ольга Малец. Встречайте! Я безвредная, но опасная. Очень смелая, но трусливая. Я несчастная, но счастливая. Я холодная, но очень жгучая. Молчаливая, но крикучая. Я блондинка такая вся, черно-рыжая. Но бесстыжая, я нашла себя, но я пропащая, я безгрешная, но гулящая, и я не я. Когда я закрою дверь за тобою, не уходи. Я тебя не люблю или, может, люблю тебя. Я довольна собой, да, я довольна собой. Мне не надо другой, ни такой, ни какой. Мне бы вдаль от земли, мне куда облака. Я пока еще не понимаю, куда. Ну скажите тогда, как мне бедной прожить, если бедная я, но богатая я. Я закрою дверь за тобою, не уходи, уходи. Я закрою дверь за тобою, я никогда не прощу тебя и не прощу. Я тебя не люблю или, может, люблю тебя. Друзья, ваши аплодисменты, Ольга Малец! 20 лет дарит добровольцам Ольга Малец свой голос и свою музыку. Не изменяя студии, она до сих пор продолжает музыкальные традиции. Ольга, скажите, с чего же все начиналось? Если быть краткой, начиналось все с 5-7 человек, влюбленных в музыку. Поддержите аплодисменты.
старалась, друзья, поэтому бывают моменты. И этих человек, этих людей, извиняюсь, влюбленных в музыку, в песню, в творчество, объединил, собрал возле себя и направил в нужное русло Посудневский Яков Борисович, который сегодня присутствует здесь в зале. И нам очень приятно его видеть. Это если говорить про самое-самое начало творчества нашей студии. Все из начинающих певцов, в том числе и я, мы помним тот первый наш концерт, который организовал и подготовил Яков Борисович. Это было на городском стадионе в рамках то ли Славянского базара, то ли Днепровских голосов. И это было безумно для нас значимо, безумно важно, потому что еще мы пели на разогреве у Ирины Дорофеевой. Этот концерт я помню и до сих пор, помню песню, которую я исполняла. Это романс Малинина «Дай Бог». Ну а далее на смену пришел Сергей Горбачев, которого тоже нам очень приятно видеть сегодня в зале. И это уже другая история, и об этом скажет дальше Владимир. Спасибо. Ольга Малец, друзья, аплодисменты! Проходит время. Лира становится необычным кружком любителей, а можно сказать, студией профессиональных артистов. И здесь принимается решение придать студии статус. Лира готовится защитить звание народной студии. В этот период студии Лира успешно руководит Сергей Горбачев. Под его руководством готовится программа для защиты. Подбирается каждая песня индивидуально под исполнителя. Осматриваются костюмы и постановочные номера. Приобщаются новые солисты. Труд был колоссальным. Но именно благодаря упорству, творчеству, музыкальному вкусу студия Лира в 2003 году получает звание «Народный коллектив». И поэтому сейчас на сцене появятся одни из тех солистов, которые, не жалея своих сил и голоса, боролся за это звание. Для вас поет солистка народной студии Лира Наталья Крутько. Встречайте! Она тигровая, она пещерная, и ты убьешь ее когда-нибудь, наверное, под Новый год. И воскресишь ее вместо слов про свою любовь, ты кричишь о Боге. Ты кричишь о боли,
вся и бешена, а внутри соленая зона кровь встретила любовь. Радикана женщина, горяча и бешена, а внутри соленая зона кровь встретила любовь. Ваша аплодисмента, Наталья Брутьва, дорогие друзья! Наталья, вы же народные артисты, все из народных студий, еще раз аплодисменты. Потрясающий голос, а самое главное, всегда потрясающий внешний вид, и это есть марка народной студии мира. Аплодисменты! Спасибо! Следующая солистка, которая выйдет на эту сцену в день защитного концерта, исполняла музыкальную композицию, которая принесла ей успех. Именно с этой песни началась любовь к студии. На сцене солистка студии «Лира» Олеся Бендикова. Встречайте! Если осень все дыхом в ногах, это я по тебе скучаю. Если ивы крутые в берегах, это я по тебе скучаю. Если птица поет за окном, это я по тебе скучаю. Если ливень стучится в твой дом, это я по тебе скучаю. Расставая и потеря, я не верю, я не верю. Я в любовь земную верю, и в бессмертие души. Я таким всегда знала, о тебе всю жизнь мечтаю. И покуда всем сказала, что ты лучший из мужчин. Это я по тебе скучаю. Когда хочет раздать на реке, это я по тебе скучаю. Не родиться по снежней весной, это я по тебе скучаю. И простятся деревья с листвой, это я по тебе скучаю. Расставая и потеря, я не верю, я не верю. Я в любовь земную верю, и в бессмертие души. Я таким всегда узнала, о тебе всю жизнь мечтала. И подруга всем сказала, что ты лучший из мужчин. Расставая и потеря, я не верю, я не верю. Я в любовь земную верю, и в бессмертие души. Это я тебя узнала, о тебе всю жизнь мечтала. И подруга всем сказала, что ты лучший из мужчин. Расставание и потеря, я не верю, я не верю. Я в любовь земную верю, и в бессмертие души. Я таким тебя узнала, о тебе всю жизнь мечтала. И подруга всем сказала, что ты лучший из мужчин. Олеся Бендикова, друзья, аплодисменты! Самый нежный голос народной студии мира, аплодисменты! Спасибо, Олеся! Время движется вперед, люди уезжают, меняются руководители, но «Лира» остается с дубровинцами. И с 2010 года руководителем народной студии «Лира» становится Виктор Краснов.
Самодеятельный местный музыкант и композитор привлекает к эстрадному творчеству новых исполнителей, которые продолжают радовать зрителей своими песнями. Новые музыкальные шоу и мюзиклы, новые песни и победы переживала в это время народная студия «Лира». И сегодня воспитанники Виктора Краснова поют для вас, дорогие зрители. На сцене солистка студии «Лира» Наталья Есликова. Встречайте! Хрустальном рассвете, рассвете, где встретила я по воле небес тебя. Сквозь расстояния и города я твоя навсегда, навсегда отдаю себя. Только со мной сегодня не будет мало, пока жива тебе душа моя. Пока жива тебе на миг и на час, на время восхода, на годы, на пыль с тобой, я сердце твое, любя. Сквозь расстояния и холода я твоя навсегда, навсегда отдаю себя. Только меня тебе не хватало, только во мне жизнь твоя. Только со мной с тебя не будет мало, мало, пока жива тебе душа моя. Пока жива тебе. Только меня тебе не хватало, только во мне вся жизнь твоя. Только со мной вселенной будет мало, мало, пока жива тебе душа моя. Наталья Есликова! Потрясающий голос, уникальное пение, народная артистка народной студии «Лира». Аплодисменты! Спасибо, Наталья! Уникальность студии «Лира» в том, что солисты исполняют самые топовые хитовые песни, которые звучат на разных радиостанциях, в телефонах, гаджетах и на любом мероприятии. Следующая участница нашего шоу стремится к исполнению самых новых песен, и для которой, по ее словам, «Лира» — это жизнь. На сцене Мила Берег. Встречайте! Полюса, полюса, любовь была света.
Очень интересен и не похожий на других. Она точно знает, что исполненные ею песни наполнены судьбами и переживаниями людей, а также передают их настроение. Она является самой яркой представительницей исполнения песен в стиле шансон, песен, которые нравятся зрителям. На сцене солистка народной студии «Лира» Елена Шлек. Встречайте! Чем наши самые
Я от тебя дарила любовь, жил на свете улыба. Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок. Минует мало, придет апрель, и ты как голубь шансон. Можно смело сказать, что наша следующая участница музыкального шоу, наверное, знает все песни этого стиля. И в любой компании, а особенно в компании лировцев, ее задушевные песни звучат на бис. Но сегодня ее выбор пал на современный хит нашего времени. Встречайте, для вас поет Владислава! Зови, я все крашу, и живу я, как все лучше Даши. Я про нас так легко забываю. Ты не думай обо мне, не зови, я устала. За тебя столько раз умирала, но сейчас я, как прежде, живая. Я становится земля. Просто запомни, однажды ты уже не сможешь без меня. Согрела я тебя в других теплых ладонях. Я забуду о тебе, мои птицы кричали, только ты, пожимая плечами, не стрелял, а ведь мог одиночный. Я забуду о тебе, и что было неважно, новый день не похож на вчерашний. Потерял, но одно знаю точно. Однажды ты уже не сможешь без меня. Я становится земля. Просто запомни, однажды ты уже не сможешь без меня. Закрыла я тебя в руки теплых ладонях.
Исполнение. Солисты студии объединяются в дуэты, трио, квартеты и вокальные группы. И сегодня один из тех вечеров, где выступают дуэты студии. На сцене Анатолий Шайков и Сергей Петриков. Встречайте! Белую ночь, час, когда я усну, снится мне сон, удивительно белый. И там смахнул волшебным крылом, и я мгновение твое угадаю. И вот внутри ночь мы с тобою уйдем куда-то. Белая ночь опустилась, как облако, ветер катает на юной весне. Слышу знакомую речь, вижу образ слов, но почему это только во сне? Белая ночь опустилась, как облако, ветер катает на юной весне. Слышу знакомую речь, вижу образ слов, но почему это только во сне? Краски зари и лесная высь, жаль, что видения мои все короче. Сон, повторись, я прошу, повторись, но так короки эти белые ночи. Эти ночи, надежду мою, невосходящую юбку кидаю. Верю, что я не воспринимаю, с тобой повстречаюсь, с тобой повстречаюсь. Белая ночь опустилась, как облако, ветер гоняет на юной листве. Слышу знакомую речь, вижу образ твой, но почему это только во сне? Белая ночь опустилась, как облако, ветер катает на юной весне. Слышу знакомую речь, вижу образ твой, но почему это только во сне? Ветер катает на юной листве. Слышу знакомую речь, вижу образ твой, но почему это только во сне? Белая ночь опустилась, как облако. Слышу знакомую речь, вижу образ твой. Белая ночь опустилась, как облако, ветер катает на юной весне. Слышу знакомую речь,
тяжелый сон. Но почему это только во сне? Но почему это только во сне? Анатолий Суриков и Сергей Петриков. Парни, не уходите. Сергей, вернитесь на сцену. А вот и свет из зала. Спасибо. Надежная плечо студии «Мира» всегда рядом, особенно в трудную минуту. Спасибо, ребята, вам за преданность коллектива. Аплодисменты! Спасибо, Чего. Спасибо. О любви песен много сложено, и эти песни поют солисты нашей студии. Каждый из них переживает песню по-своему, но, выходя на сцену, они являются одним целым и достаточно точно передают эмоциональность выбранной композиции. На сцене дуэт студии «Лира» Виктория Барановская и Руслан Шваб. Встречайте!
Ярослав Шмат. Боже, какие у вас сытные сегодня все. Спасибо вам. Дорогие друзья, мы продолжаем. Сегодня студия «Лира» — это престижный коллектив. Участники студии «Лира» — люди разных профессий, разные по характеру, но всех их объединяет любовь к песне и музыке. И никакие расстояния от места, где живет творчество, им не помеха. Преодолевая дальние расстояния, следующая участница нашего шоу спешит на репетицию, чтобы удивить руководителя новенькой песенкой. Ну а сегодня она споет для вас музыкальную композицию, которая соответствует ей. Встречайте на сцене Анна Крыжевич. Любовь красавица. Анна Крыжевич, ваши аплодисменты!
Мелодия «Лира» — престижный коллектив, который завоевал признание зрителей. Этот престиж создают участники, которые в ней занимаются. Наш следующий участник музыкального шоу «Красиво» завоевал признание особой аудитории, а именно женской. Каждое его появление на сцене — это безумная романтика и шквал аплодисментов. И я уверен, что сегодняшний вечер не исключение. На сцене солист народной студии «Лира» Сергей Владимиренко. Встречайте! Потому что нельзя быть на свете красивой такой.
потому что нельзя быть на свете красивой тобой. Студия «Лира» объединяет в себе более 20 талантливых исполнителей, тех людей, которых мы видим на сцене районного дома культуры. В каждый год из 20-летней истории менялись составы, появлялись новые артисты. Но в 2017 году произошло очень важное событие. В студию «Лира» возвращаются солисты, которые приносили в разные годы ей успех и процветание. И самая трудная задача всех этих людей – удержать, заинтересовать, чтобы они остались в ней. На сегодняшний день с этим прекрасно справляется новый руководитель народной студии эстрадной песни «Лира» Ольга Малец! Ольга Малец – человек безграничного творчества и музыкального вкуса. С самого начала руководства студии Ольга сразу знала, что нужно делать. Все очень просто. Нужно творить и любить то, что ты делаешь. И эту веру она несет по творческой жизни уже 20 лет. Ольга прекрасно работает со взрослыми солистами этого прекрасного коллектива, а также приобщает и воспитывает новое, красивое поколение. И это поколение сегодня принимает участие в нашем шоу. Встречайте на сцене Евгений Барнетов. Thank you.
Теплый, прекрасный зал, но надо не забывать, кто стоит на сцене и кто нас воспитал. Большое спасибо хочу сказать Сергею Дмитриевичу. Вам. Спасибо. Яков Борисович. Он, наверное, в пути еще. Да, наверное. Хочу сказать Якову Борисовичу огромное спасибо, потому что тоже он воспитал меня и воспитал множество, кто сегодня исполняет песни на этой сцене. Спасибо вам большое! А вы, Света, Евгений Борисов! Дорогие друзья, продолжает музыкальное шоу. Красиво еще одна воспитанница Ольги Малец и Юлия Клепицкая. Встречайте! Мимо нас, я на лесу.
Ваши аплодисменты, Юлия Кибицкая! Спасибо, Юля! Участники нашего шоу, которые сейчас выйдут на эту сцену, являлись одними из самых активных солистов народной студии «Лира». Мало того, один из них был у истоков создания данного коллектива и продолжал петь в нем очень долгое время. Сегодня они самостоятельные артисты, создающие уже свои коллективы. На сцене участники народного вокально-инструментального ансамбля «Аурум» Александр Хатеев и Оксана Аникеева! Дорогие друзья, добрый вечер. Все сегодня вспоминают 99-й год. Честно, я его не помню. Я помню... Вы еще маленькая, Александр. Нет. Я помню начало 90-х, когда, вы знаете, что была такая создана группа людей, инициаторов, я не побоюсь этого слова, которые стояли у истоков создания будущей студии «Лира». И руководителем того времени это был Сергей Горбачев. Сережа. Мы начинали, это было школьное время, да, это было, да. Это было очень давно, мы были юными, детьми еще, вы понимаете, и это, ну, это начиналось тогда, да. Я нервничаю, переживаю, вы знаете, что я хочу сказать большое спасибо Сергею Горбачеву, потому что он в нас тогда вложил фундамент. Было все, был вокал. Была эстетика во всем. Было, ну, просто искусство от макушки до самых пяток. 99-й год я не помню. Я не помню Якова Борисовича, но потом все продолжалось. Все, потом все возродилось и все продолжалось. Да, но вы знаете, правильно здесь было сказано. Шли годы, менялись мы, менялось время. Менялись руководители, да, но для меня все-таки руководителем остается по сегодняшний день Сергей Горбачев. Большое ему спасибо. И вы знаете, да, мы сегодня здесь на этой сцене стоим как самостоятельный уже, да, творческий коллектив. В 2010 году мы покинули эту студию «Лира», создал был свой коллектив, потом мы получили звание народного. Нет, но... в 2010 мы еще пели. Да, мы пели. Это, да. Кстати, благодаря вот студии эстрадной песни «Лира», я, когда приехал работать в Дубровно, я первый раз вышел на эту сцену как вокалист. Я тогда приехал работать в школу, и Оксана подходит ко мне так и говорит: «А ты поешь?» Я такой: «Ну, типа, давай вместе споем». Но петь-то с красивой девушкой рядом хотелось. И я соврал, я сказал: «Пою». Прошло 9 лет, в принципе, ничего не изменилось, петь я так и не научился. Но появился не только коллектив, но и родилась новая семья, друзья. Еще плюс к этому аплодисменты. Знаете, разрешите от нашего коллектива и от государственного учреждения образования Дубровинская детская школа искусств имени Фарида Яруллина поздравить сегодня студию «Лира». Ольга Георгиевна, выйдите, пожалуйста, мы не с пустыми руками. Маленький презент. Да, разрешите поздравить вас, пожелать вам творческих успехов. Всего хорошего. Ну, знак благодарности, примите от нас музыкальный подарок. На сцене Оксана Аникеева и Александр Хатеев. Встречайте! Ты усилишь, я хочу. Ты усилишь, я хочу. Осенью, как всегда, небо сквозь тьму, пустота, все прохожие исчезли тут. В городе праведный у нас свет. Ты грустишь, и глазами печальными провожаешь отчаянных.
забыть. И это время, что пришлось нам вместе пережить. Пускай все мало, все вокруг достойно, мы снимаем. Шумит осенний дождь, что сною все цветы. Я научусь тебя любить, я научусь любить. Но каждый день тебе я это буду говорить. Не оставляй меня, не отнимай меня ему. Ты грустишь, я грущу. Ты грустишь, я грущу. С горечью понимаем главничью. Сыграна эта партия. Тем сильнее осянет сегодня друг другу. Полчаса до полуночи. Мы с тобой словно две свечи. Сгорим в пламени бесконечности нашей любви. Но что мы сделать, как помочь тебе его забыть? Пришлось нам вместе пережить. Пусть нас сломало все вокруг. Достойнее мы снимай. Шумит осенний дождь, пустой все цветы. Я научусь тебя любить. Я научусь любить. Но каждый день тебе я это буду говорить. Не оставляй меня, не отдавай меня ему. Об этом я. Я научусь тебя любить, я научусь любить. Но каждый день тебе я это буду говорить. Не оставляй меня, не отдавай меня им. Об этом я так молюсь. Ты грустишь. Спасибо, аплодисменты. Александр Котельник, Александра Рикеева. Подождите, ребята. Сначала снимайте формации. Подождите, я же еще не все, понимаете? В знак того, что очень долгое время находилась в Оксане Лира, и в знак того, что Александр пришел заниматься в студию, и после этого начал рождать свои проекты, мы хотим вам вручить сегодня, во-первых, благодарность за творческую деятельность, и в связи с 20-летним юбилеем студии Лира, и вот этот вот символ Лире 20 лет, чтобы это было напоминание о вашем творчестве. Вот и все дуэты, трио, солисты студии представлены. И я думаю, что мы можем переходить уже к финальной части нашего мероприятия. Какое оно будет, очень даже интересно послушать и посмотреть. Владимир, подожди, мне кажется, ты забыл про одного солиста. Почему? Вроде все. Нет, этого солиста нет в моем журнале. Я не ставлю ему энки, когда он не приходит на занятия, и плюсики, когда приходит. И все-таки он участвует в каждом нашем концерте и является украшением концертов. Мне кажется, вы его знаете и любите, и подскажете, кто же это. Нет. Ну, я думаю, вы не сомневаетесь, это Владимир Бабичев. Но какой я солист? Я еще только учусь. Учитесь очень успешно. Но тогда я думаю, сегодня тот вечер, когда вы позволите спеть с вами дуэтом, и наш творческий тандем мы никогда не потеряем. С удовольствием. Поем! С тобой как два долой.
Выступает на нашем мероприятии новый проект студии «Лира». Три уникальных голоса, три разные судьбы, но одна любовь, любовь к песне. На этой сцене вокальное трио «Се ля ви». Встречайте! Мы пьем
прощали пустоту искусства. Мы не успели даже обернуться, как раскусали наши губы. Выключи свет, мы этого хотели, не вылезая долго из постели. Жить как в субботу, посреди недели, а ты все споришь со мной, зачем? Не надо, говорю, не надо, надо, побудь со мной до утра. Твои красивые глаза на грани риска. Не надо, говорю, не надо, надо, побудь со мной навсегда. Эти красивые слова со вкусом виски. Любовь, все как ты хочешь. Я очень близко, ты очень точен. Я задыхаюсь, путаю строчки, но снова таю, 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 как снег с тобой. Ты словно качели, то поднимаешь, то обесценишь. Я отпускаю все по течению, а ты все споришь со мной, зачем? Не надо, говорю, не надо, надо, побудь со мной до утра. Твои красивые глаза на грани риска. Не надо, говорю, не надо, надо, побудь со мной навсегда. Эти красивые слова со вкусом виски. Что сейчас, с вашего позволения, Ольга Егоровна, да, следующую музыкальную композицию исполнит наш дружный коллектив. Мы пригласим Сергея Владимиренко. Вокальная группа «Сияние» поет для вас на этом концерте. Нет, Дмитрий, нет, 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 нет. Рано с днем рождения еще. Вот, да. Глубже рано в ней,
внимание! Творческой деятельности народной студии эстрады песни «Лира». Для истории 20 лет – это совсем немного. Насколько всего прожито и сделано в этот период. Что только не исполнялось и куда только не выезжали наши артисты. И поэтому за их труд, смелость, решительность, творчество сегодня они достойны самых громких аплодисментов! Ну что, дорогие друзья, пришло время подводить итоги. Сейчас я хочу пригласить на эту сцену начальника отдела идеологической работы культуры по делам молодежи Дубровицкого райисполкома Людмилу Алексеевну Дудареву под ваши аплодисменты. Я от всей души поздравляю участников народной студии эстрадной песни «Лира». И хочу сказать, что вот уже 20 лет этот замечательный коллектив объединяет людей, которых я хочу характеризовать замечательным белорусским словом – апантанах. Эти люди – апантаны музыкой, апантаны песней, апантаны творчеством. И все эти 20 лет, которые они дают нам свое творчество на сцене, они действительно стали, приводили этот коллектив в бренд. И за те 20 лет, которые они вот здесь на сцене, они, ну, я думаю, стали настоящими законодателями. Их обсуждали, им завидовали, но их всегда любили и любят сейчас. Я тоже очень люблю этот коллектив и очень рада сейчас выполнить почетную миссию. Почетной грамотой Дубровинского районного исполнительного комитета награждается народная студия эстрадной песни «Лира» за значительный вклад в развитие, пропаганду национальной культуры и искусства. Грамоту получает руководитель студии. Еще одна почетная грамота. Почетная грамота Белорусского профсоюза работников культуры Витебской областной организации. За пленное сотрудничество с профсоюзом работников культуры, информации, спорта и туризма. И в связи с 20-летием с дня заснования народной студии эстрадной песни «Лира». Большое. Громкие аплодисменты! Спасибо, Людмила Алексеевна. Дорогие друзья, ну мы сегодня прекрасно видим в зале. Есть у нас приглашенные гости, которые также пришли на день рождения с подарками. Поэтому мы приглашаем на чем мы Сергея Дмитриевича Горбачева, конечно же, в адрес которого сегодня столько слов было сказано. Наконец-то он до нас добрался, приехал для того, чтобы поздравить Лиру и всех ее воспитанников. Пожалуйста. Знаете, дорогие друзья, здравствуйте, во-первых. На этой сцене не стоял никогда, в этом зале не выступал, не держал в руках микрофон с 2010 года. Это было, кажется, так давно, но кажется, так недавно. И хочу сказать сразу, сначала Вова Владимир спросить, можно говорить долго или... Есть какой-то регламент. Как душе угодно. Если есть творческий порыв, пожалуйста, можете даже пропеть. Ну, тогда готовьтесь. Значит, на чем-то я остановился там. В 2010 году, да, убыл. Убыл по желанию, по велению сердца, по, наверное, воле судьбы. И бросала меня. Но та память, все-таки, все то, что дал наш замечательный город, как бы оно ни казалось, но я всегда был, есть и буду дубровинцем, и никуда от этого не денется. И никуда это не уйдет.
Поэтому огромная благодарность, конечно, нашему замечательному городу, всем тем, кто в свое время вкладывал в меня. Я до сих пор помню Любовь Петровну Шкляр, которая меня гоняла на репетиции еще тогда просто под фортепиано. Это было вообще давным-давно, я даже сейчас, как и Оксана, не вспомню, в каком году это было. Вот. Потом дальше все-таки учеба, работа, Дубровинский районный дом культуры, где все закрутилось, завертелось, где мы заболели по-настоящему той работой, которую мы делали, делаем и безумно любим. Это было действительно с далекого 1900, я еще сейчас помню, 94 года, 4 августа, я пришел сюда на работу. Вот, и дальше действительно получилось то, что получилось. Огромное спасибо. Я сегодня получил, ну, просто шквал эмоций от увиденного. Поверьте, может быть, кто-то знает, кто-то не знает. Приходится теперь заниматься не совсем творческой работой по своей судьбе. Но то, что я увидел сегодня, и немножко сравнил даже с тем, что было тогда, это огромный шаг вперед. Ольга Георгиевна, вообще ее зовут, но для меня она была, всегда остается Олей. Вот, мы тоже с ней много репетировали, много выступали, много дарили прекрасных моментов нашим зрителям. Олечка, ты знаешь, вот тебе огромная благодарность действительно за то, что сегодня есть эта студия. Она продолжает, она живет. И я думаю, у нее великолепное будущее видеть ту молодую поросль, того же Женю, я помню его, наверное, лет 6, наверное, да, может, 7. Вот. Юлечку только тоже помню, мы начинали когда-то давным-давно, в веснушках наших еще тогда еще бывших. Олечка, я хочу тебе пожелать твоему коллективу. Ну, во-первых, позволь, я вручу тебе цветы. Да, действительно, Лира, это не то, что часть, это огромный кусок моей жизни, которая действительно оставила неизгладимый след в душе, в судьбе, во мне, как в личности. И знаете, что еще в целом всем, Олечка, тебе и твоим солистам, артистам, замечательным людям хочу подарить еще вот этот вот сундучок, скорбонку. Пускай в нее вы будете продолжать складывать свои интересные проекты, новые замечательные песни, свои великолепные, высочайшие достижения, ну и все то, что вы еще много-много раз заработаете, и благодарность вам за это будут нескончаемые. Сегодня теплейшие аплодисменты в ваш адрес. Это твоя заслуга. Спасибо, дорогая. Всяческих успехов студии Лира! Они молодцы! Спасибо! Спасибо огромное, Сережа. Мы реально искренне рады, что ты приехал. Думали, не доберешься очень далеко, понимаешь? Мы... А я вот такой сюрприз. Это хорошо. Мы действительно много очень творили и очень много лет. Чаще вытворяли. Или вытворяли, да. И действительно были интересные тоже проекты, интересные концерты для того времени, допустим, да. Все-таки все меняется с каждым годом. Мы очень рады, что приехал, и надеемся, что не последний раз. Обязательно. И даже мог когда-нибудь еще, может быть, и дуэт там вот. Я завидовал сегодня, потому что, может, помнит Дубровинцев вот тот великолепный дуэт, который был пароли, да? Да? Он вроде как и семейный, но в то же самое время он был, да, великолепный, замечательный на французском языке. Спасибо, Олечка, это была твоя идея, поддержанная нами и воплощенная в жизнь. Спасибо всем, спасибо огромное. Огромная благодарность вам за сегодняшние эмоции. Действительно, все было здорово. Вот даже и притраться не к чему, если бы хотели. Спасибо, успехов, всего хорошего. Друзья, аплодисменты Сергею Горбачеву. Спасибо, Сергей Григорьевич. Ну что же, а сейчас я хочу пригласить на эту сцену наших соседей. Это представительство «Белгострах» в лице Валентины Петровны Яцу, которая всегда нас поддерживает, всегда нас любит, дарит нам всегда календарики «Белгостраха» и всегда заботится о нашем доме культуры и о наших коллективах. Соседи,
я с большим удовольствием сегодня пришла к вам. Хочу от имени коллектива представительства Белгострака по Дубровинскому району пожелать вам творческого долголетия, неисчерпаемой энергии, вдохновения, новых песен, чтобы вы еще долгие-долгие годы радовали нас своим творчеством. И, безусловно, хочу поблагодарить вас за те минуты и даже часы радости. Вот, очень приятно быть в зале, просто мы наслаждаемся после тяжелого рабочего дня, но это как отдушина. Поэтому надеюсь, что выражу мнение всего зала. Огромное вам спасибо за сегодняшний вечер. Спасибо вам, Светлана. На сцену приглашаем наших партнеров и друзей. Конечно же, территориальный центр сальнообслуживания в лице Лины Петровны Машуковой. Пожалуйста, под аплодисменты. Дорогие друзья, мне сегодня особенно волнительно поздравлять этот коллектив, потому что, наверное, я счастливый человек, потому что мне посчастливилось тоже работать со многими солистами этого коллектива. Да, получилось так, что я ушла, но мы продолжаем сотрудничать. И я хочу подарить этому коллективу вот такую настоящую лиру, сделанную нашими руками. Видите, пожалуйста, это символ. Пускай он вас хранит, оберегает и дает силы на дальнейшее творчество. Также хочу сказать, что в этом году нашей социальной службе исполнилось 100 лет. Поэтому я хочу пожелать, чтобы вы стремились к этой дате. И вот такой сувенир столетний тоже есть у нас, чтобы не забывали, что 100 лет у вас еще впереди. Аплодисменты. Ну, простите меня, я задержу ваше внимание еще на чуть-чуть. Я не знаю почему, никто не предложил Сергею Дмитриевичу сегодня спеть. Давайте попросим. Лена Петровна, как это не предлагали? Я же сказал, что сколько тут всего будет, давайте, можно спеть. Нет, давайте попросим Сергея Дмитриевича. Да, просим. Еще раз с праздником. И встречайте на сцене Сергей Горбачев. А, пожалуйста, акапелла, спойте пару строчек. Что душе, можно из «Крыницы» что-нибудь такое яркое? «Крыницу» оставим, это другая тема. Разговор. Вы знаете, сказать, чтобы для меня это было сюрпризом, конечно же, нет. Но заранее хочу извиниться, потому что, ну, как-то вот отошел я от мирских дел, связанных с творчеством. Вот, все больше бумаги. Какие-то там еще чего-то. Вы знаете, что я был, по сути, наверное, готов. Вот я попытался Владимира слова пропустить мимо ушей. Вот, как будто не услышал, что думал, что все-таки спрыгнул. Но Лена Петровна оказалась более прозорливее. Поэтому у меня, я счастливый отец. У меня 3 дочки. Первая. Самая старшая. И самая, и старшая. Ей уже 20 лет сегодня исполнилось. Да, не побоюсь я вам сказать, что действительно Лира – это моя в какой-то степени дочь. У меня есть дочь помладше. Ей почти 20, ну там 19 с хвостом. Вот, она у меня тоже умница, она тоже выпускница нашей студии, она тоже пела. Также активно принимала участие в различных конкурсах, много где побеждала. И у меня есть еще одна дочь. Ей еще исполнилось 6 лет, так тоже с небольшим хвостиком. И что парадоксально, что в нее тоже есть какой-то талант такой творческий. Не знаю только откуда. Это она у меня занимается бальными танцами. Буквально пошла недавно учиться заниматься вокалом. Вот, поэтому и выбор мой почему-то вот не стоял. Что, если вдруг случится исполнить? Песня «Доча, доченька». Ваше внимание. Жизнь моя бродячая, с бедами, удачами, дарит монотонный ветер.
представляете? Я и не надеялся, как-то мне не верилось, то, что ангел спустится ко мне с небес. Доча, 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 доченька, ночи, 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 ноченьки, я боюсь твоим дыханием спугнуть твой сон. Годы, годы, годы катятся, ты свои меняешь платьица. Знай, что каждый раз по-новому в тебя влюблен. Ангел просыпается, тихо улыбается, вся вселенная вращается вокруг нее. Маленькие радости, бантики и сладости непрерывно льются в жизнь мою, да круче ее. Доченька, если кто знает, ночи, 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 ноченьки, я боюсь своим дыханием спугнуть твой сон. Годы, годы, годы катятся, ты свои меняешь платьица. Знай, что каждый раз по-новому в тебя влюблен. Ну а сейчас будет длинный проигрыш, поэтому допустят меня солисты, что пришлось сейчас часть внимания этого замечательного теплого зала перетянуть на себя. Но действительно, я соскучился по этому. Это моя сцена, в конце концов. Ночи, 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 ноченьки, я боюсь своим дыханием спугнуть твой сон. Годы, годы, годы катятся, ты свои меняешь платьица. Знай, что каждый раз по-новому в тебя влюблён. Спасибо. Спасибо. Очень здорово. Спасибо. Сергей Горбачев, Сергей Дмитриевич, не уходите. За столь прекрасный номер, за то, что вы сегодня здесь, сувенир на память от студии Мира. Пусть это находится у вас дома, и вы что вспоминали каждый день нахождения здесь у нас. Почаще приезжайте, будем рады видеть. Друзья, аплодисменты, Сергей Горбачев. Друзья, может, кого-то я не вспомнил или кого-то не пригласил на эту сцену для поздравления студии Лира? Значит, все гости подарили свои подарки. Остался последний подарок. И сейчас я хотел бы пригласить на эту сцену всех солистов студии Лира под ваши аплодисменты. Пожалуйста, все солисты на сцену! Дорогие друзья,
Пришло время поздравить Народную студию эстрадной песни «Лира», директора Государственного учреждения культуры, Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Дубровинского района Владимира Геннадьевича Бабича. Уважаемые лировцы, уважаемая наша семья, наши коллеги, наши друзья, от всего сердца искренне вам сегодня эти аплодисменты и слова, самые добрые слова в ваш адрес. Вы, каждый человек, человечище, который, оставляя свои заботы и невзгоды, вы приезжаете сюда, чтобы жители города Дубровна радовались своим творчеством. Невзирая на погоду, на расстояние или на какие-то наши замечания и коррективы, вы все равно здесь выступаете, вы все равно здесь следите, вы показываете тот потрясающий результат, который видели сегодня все зрители нашего зала районного дома культуры. Позвольте пожелать каждому из вас здоровья, потому что сегодня половина коллектива, они с температурами, с больными горлами, но они здесь, они поют, и они, несмотря ни на что, все равно выступают. Пожелать каждому из вас, чтобы ваши семьи понимали то, что вы делаете, и ценили вас таких творческих, уникальных, таких светлых и чистых людей. Со всей душой признаюсь вам в любви и жду вас каждый день в нашем районе, районном доме культуры. А сейчас, конечно же, начинаем церемонию награждения, и поэтому главный, конечно же, благодарность от Районного центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности Дубровинского района мы выражаем Ольге Малец, руководителю народной студии эстрадной песни «Лира» Районного дома культуры, за многолетнюю творческую деятельность и в связи с 20-летним юбилеем народной студии «Лира». Ольга Малец, заслуженная артистка Районного дома культуры, примадонна нашего учреждения. Спасибо вам за все. Конечно же, в первую очередь мы хотим наградить благодарностями тех людей, которые работают, не побоюсь этого слова, действительно работают в студии «Лира» больше 10 лет. Это многого стоит. Это 50% того успеха, который есть сегодня у коллектива. И в этом благодарность объявляется Олесе Бендиковой за многолетнюю творческую деятельность и связи с юбилеем. Спасибо тебе огромное, что ты к нам вернулась. Как долго я тебя ждал в этом учреждении. Которая также вернулась в наш Дом культуры, и сегодня она наша. Конечно же, наша надежная плечо Сергей Петриков, который всегда, в любой концерте по мероприятию, он здесь. Ну, если я Малец заслуженная, то народная артистка – это Наталья Есликова. Безумный голос, безумный человек, безумная творческая личность. Поздравляю вас. Следующую благодарность мы вручаем, конечно, человеку, который никогда не придет на репетицию неподготовленный. Она всегда знает, что такое двуголосие, трехголосие и так далее. И всегда стремиться к более совершенству. Поэтому, Елена Шлеп, Леночка, приглашаю тебя для того, чтобы поблагодарить себя за твою работу и за твой голос. Спасибо. И, конечно же, настроение, душа и улыбка этого коллектива — Олеся Беркозова. Олесенька, спасибо тебе за то, что ты всегда с нами. Ну, конечно же, сейчас мы награждаем всех ребят. У кого-то еще нету десятилетия, но есть к чему стремиться. Есть для чего выходить на эту сцену. Поэтому, конечно же, мы вручаем благодарность Владиславе, певице студии «Лира». После уникального проекта «Минута славы» она является солисткой этой прекрасной студии. Наш позитив, наша топовая певица и наш вот такой самый заводной человечек этого прекрасного коллектива — Мила Берег, Людмила Берегорюкина! Конечно же, услышав эту вокалистку, мы сразу поняли, что это наш человек, и он должен быть в этой студии. Несравненная Анна Сычева! Следующий
ведущая благодарит человеку, который является внештатным работником районного дома культуры. Это на самом деле человек, переживающий за выход не только себе, но каждого артиста. Человек, который приедет на репетицию, будет ровно столько, сколько это того потребует. Человек, который отдается всем сердцем и душой ради этой прекрасной работы. Сережа Владимиренко, приглашаю вас. Спасибо за то, что вы всегда нас поддерживаете. Причем не только творческую плану, просто как по старшинству дает очень дельные советы. Спасибо. Наш новый участник, и мы безумно горды, что он с нами, Руслан Шваб! Еще один преданный человек коллектива, Анатолий Шайков, который знает не понаслышке, что такое Дубровинский район. И не зря мы недавно считали всех поклонниц, сердца которых завоевал Анатолий. Аплодисменты! Новая звездочка, которая в студии уже около 5 лет, это 3 года так точно, Анечка Крыжевич, которая всегда в новом платье, с новой прической и с новой песней. Виктория Барановская. Спасибо, Виктория, за то, что привела к нам в студию Руслана. И теперь у нас такой потрясающий дуэт здесь. И, конечно же, начинающая звездочка Юлечка Крепицкая. Гордость нашего учреждения. Всегда рядом, в нужный момент. Вот такое красивое поколение сегодня есть у нас. И, может быть, она наконец-то станет студенткой Университета культуры и приедет к нам дальше, прославляя Дубровинский регион. С днем рождения, Лира! Ну, конечно же, я думаю, что в адрес виновников тоже много чего было сказано, но я уверен, что у Ольги есть что сказать. Сейчас, по ту секунду. Дорогие друзья, в первую очередь разрешите мне поблагодарить вас, зрителей, за то, что вы приходите на наши концерты, приходите с открытой душой. Очень приятно видеть ваши улыбки и слышать ваши аплодисменты. Спасибо вам огромное. И мы, в свою очередь, наверное, подарили сегодня вам хорошее настроение, хорошую музыку. Мы подарили вам кусочек своей души, своего сердца и своей любви к вам. Спасибо вам огромное. В адрес своих, ну, так сказать, воспитанников, назовем, да, участников студии, я могу говорить очень много, бесконечно. До меня очень много сказал Владимир, поэтому не хочется повторяться, но они действительно все люди разного возраста, абсолютно разных профессий, разных интересов, разных взглядов на жизнь, но их объединила одна святая к музыке любовь. И я бесконечно счастлива, что они все здесь, в этом храме. Я не побоюсь этого слова. Я их всех очень люблю, уважаю и ценю. Спасибо вам за вашу работу. А как мы довольны и горды, что вы с нами, Ольга Георгиевна. Я был уверен, что вы поздно пришли к нам, вы руководители, понимаете? Когда пригласили, тогда и пришли. Да, я уверен, что вы могли бы не только здесь руководить, но заниматься на далеких поприщах, в столице и за рубежом и так далее. Потому что вы – это находка для нас. Спасибо вам огромное. Ну, а в день рождения поются специальные песни вместе с нами. Поэтому, Лира, поем «С днем рождения!» Светы крутятся все быстрее, звезды спали на возрастей. Лист сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. И не зря в день рождения собираются все друзья. Еще больше друзей вокруг, все помоложе сердца стук. С днем рождения, успеха, радости, веселья, любых желаний исполнения.
Концерт продлится ровно столько, сколько он шел до этого. Поэтому терпим и ждем. И хочется сказать о том, что у Лиры было все. И полеты, и падения, и невзгоды. Но главное, что творчество не покидало ни одного нашего солиста. И очень важно, что 20 лет прошло. Было здорово. Начинается новая история. Какая она будет? Посмотрим. Но мы желаем вам, наш дорогой зритель, только самых нежных и теплых песен. С любовью, ваша Лира. Улицы так же рано закрываются еще, конечно. Как все свет и занавес закрыл, но мы
знаешь, скоро снизимся и снова радость песни заслужим. Это самый ценный свет наш дом. Появляйтесь почаще, мы вас так ждем. Это в жизни лучшие моменты. Любим мы вас все, любим мы вас все. Ваши слезы и аплодисменты. Любим мы всех вас, с нами вы сейчас. Это в жизни лучшие моменты. Жизнь лучшие моменты.